Всех приветствую. Мы с вами заехали в Республику Беларусь, в мемориальный комплекс Хатынь. Сейчас пойдем пройдемся, я вам покажу этот комплекс. Сегодня у нас 10 ноября 2021 года. Время у нас 10:30, никого нет здесь, так как будничный день. Ну и туристов мало в Республике Беларусь. Пойдемте, пройдемся. Все начинается вот с такой вывески. Эти государственный мемориальный комплекс Хатынь. Сегодня ветрено у нас, холодно. Где-то -1 на улице. Пойдемте, пройдемся. Когда никого нет, такая тишина здесь мрачная. Очень сильный ветер сегодня. Надеюсь, справится шумозащита. Цветы живые лежат. Я, конечно, белорусского языка не знаю, но я так понимаю, здесь написано: тут похоронены останки жителей Хатыни. Хатыня — это деревня была, которую сожгли. И вот колокола — это трубы. Все, что от домов осталось, трубы печей.
На некоторых памятниках даже детские игрушки лежат. Ну, дети, значит, там погибли, наверное. Нам написано будет, сейчас подойдем. Вот здесь вроде детские игрушки. Да, вот детские игрушки лежат. Да, получается... 12 лет, 5 лет, Юзя, Аня 10 лет, Стася 12 лет, Маня 15 лет. Ну, в общем, практически все дети были здесь, погибли. Это, наверное, как вот шли оттуда, как первые дома вот эти, которую сожгли. Здесь у нас получается тоже детская игрушка, тоже дети. Адам 15 лет, Миша 13 лет и Виля 11 лет. А Антон, что-то не написано сколько. Ну, это может отец. Ядвига. Это вот все дома были. Вот стоят трубы. Это все вот были дома. Вот так они были раскиданы по деревне. Ну, может, конечно, здесь что-то стояло, но почему-то вот как бы так вот далеко дома друг от друга. Вот здесь, получается, стоят. Здесь вроде как все вместе вот они стояли. А здесь вот такое поле. Может, здесь сажали, может, что-то. Все-таки как-никак деревня же была. Это, я так понял, название деревней всех, наверное, которые пострадали, сгорели там, или, ну, в войну. Потому что вот района написано. Название деревней и района. Если я прав, если не прав, поправьте меня, кто знает. Я так думаю, что это все деревни, которые пострадали в войну. Вечный огонь здесь.
2 230 000. Борисов, это город сейчас под Минском, 10 тысяч человек погибло, наверное, там. Дрозды, Минский район, 10 тысяч человек. Урочища, Барок, 10 тысяч человек. Почему-то прям написали, прям ровно по 10 тысяч. Наверное, просто округлили. Ну вот 9 тысяч. Вот 6 972. Хотя нет. Вот, Боровицкий район. 88 407 человек погибло. Здесь вот получается Гомель, да, Гомель, сколько там, 10 тысяч человек погибло. Вот Полоцк, 15 тысяч человек. Как бы так вот. Много очень людей погибло. Такой мемориал. Ну, на этом мы, наверное, закончим нашу экскурсию. Извиняюсь за ветер. Ветер сильный, холодно сегодня очень. Вот такой мемориал Хатынь. Республика Беларусь.